давайте. Есть Валера Коновалов, вот из дальнего зарубежья, из Европы пришла такая просьба спеть сегодня и завтра. Я ее тоже 1000 лет не играл, я ее записал, вот этот альбом. Вот, ее поет Игорек, но я вот разучил. А Валера Коновалов чем интересен? Он был, значит, в радио «Свободная Европа» или «Радио Свобода», да, в Мюнхене. И с той стороны от Пакистана каким-то образом он проникся нашими песнями. Вот он приезжал с той стороны. И потом мы встречались. Вообще есть много потрясающих таких историй. Например, одна из них. Валера пригласил меня к себе домой, там Топтун, там все. Я ему купил томик Рубцова. Вот, по случаю у меня, или, ну, был там. А он мне дал часы, которые долгое время работали. Заплатил таксисту, как сейчас помню, полтинник. И на десятку, тогда мы жили очень плохо, и на десятку последнюю с этого полтинника моя семья в количестве 5 человек потом целую неделю жила. Недавно, не так давно мы с ним увиделись. Смотри, ты меня узнаешь? Я говорю, твои часы у меня в музее лежат. Валера, говорю, как тебя можно забыть? Он говорит, ой, родной, я смотрел, я читал, что ж ты мне не сказал? Я бы тебя тогда был богатый, я бы тебя осыпал бы. Я говорю, не, мы горды, нам не надо. Ну вот. Ну, видимо, уже, да, последний остается 3,5 минуты. Завтра все, а сегодня война. Завтра с родиной мы и с родными. А сегодня, сегодня, прости, старина, если пуля все это отнимет. Завтра будут дороги без мин. Тормозну и в кювет отоспаться. А сегодня с войною один на один. И сегодня обочинам рваться. А сегодня с войною один на один. И сегодня обочинам рваться. Завтрака оператор родной нас пропустит бесплатно в сортиры. А сегодня отчизна за нашей спиной, вместе с ним набирающим жира. Завтра мелочь пойдет по рукам, все в размен, завтра топать по краю. Кое-кто без поту разменяется сам, но кое-кого разменяют. Кое-кто без потуг разменяется сам, но кое-кого разменяю. Как сегодня все просто у нас, и порою разжив, то счастливы. И на небо глядим, словно в первый свой раз. Это завтра стучать без разрыва. Завтра ты как моряк с корабля, после шторма сошедший по сходням. И когда закачает родная земля, не роняй, это наше сегодня. И когда, как под ним, закачает земля, не роняй, это наше сегодня. Не роняй, это наше сегодня.